Без средств тактильного ориентирования на улице остались слабовидящие жители Иркутска. Особой тревоги добавляет тот факт, что специальная плитка, которая направляет людей, отсутствует прямо перед проезжей частью. Такая по-настоящему опасная ситуация сложилась на улице Байкальской. Казалось бы, пешеходный переход полностью оборудован. Есть разметка, светофоры снабжены звуковыми сигналами. Но слабовидящему человеку сначала нужно добраться до зебры. Сейчас понять, где она и куда двигаться дальше, крайне сложно. Плитка, помогающая ориентироваться, отклеилась. Ее фрагменты уже несколько недель лежат в стороне. После нашего обращения в городскую администрацию ситуацию пообещали исправить, так как гарантийные обязательства подрядчика еще в силе. А значит, в ближайшее время старую плитку заменят на новую и установят ее там, где она и должна находиться.